Друзья, приветик! Только что закончилось класснейшее душевное, духовное, высокодуховное мероприятие. Сегодня у нас в Киеве Садхгуру. Это человек, у которого я очень многому учусь через интернет. И сегодня нам повезло, что этот человек приехал к нам в Украину. Ну и, конечно же, не раздумывая, я приехала на это мероприятие. Не могу выделить что-то самое ценное из этого мероприятия, потому что очень близка сама идея, я в ней уже погружена. Единственное, что хочется вам передать, это все-таки послание Садхгуру, что слишком много времени мы тратим на то, чтобы завоевывать мир, за то, чтобы решать проблемы какие-то со стороны, вместо того, чтобы заглянуть вовнутрь и найти действительно гармонию, услышать себя внутри, увидеть, возможно, свои какие-то проблемы внутренние. Вместо этого мы тратим много времени на решение каких-то внешних проблем. Он прикольную историю рассказал. Говорит, очень много людей жалуются на то, что не такая семья, не такое там государство, не такой там муж, теща или еще кто-то. Но при этом, говорит, когда я предлагаю этому человеку приехать и самому остаться в комнате, мы наблюдаем ситуацию, что человеку по-прежнему плохо. То есть он говорит, если ты находишься в комнате один, и тебе при этом плохо, то, возможно, у тебя, плохой собеседник, то есть, возможно, проблема не вне, а проблема как раз внутри. И единственное, к чему он вот красной нитью призывал, это все-таки к нахождению настоящего счастья, которое находится внутри нас. Но за тем, что мы отвлекаемся на наши мысли о прошлом, либо вероятность будущего, мы не успеваем жить сейчас. И каждую минуту, каждый раз, когда мы смотрим на часы, Садхгуру говорит, вы поймите, что в это время вы не просто смотрите, сколько времени, а сколько времени осталось до того момента, когда все-таки жизнь, она конечна. И мы тратим слишком много времени на решение внешних каких-то задач, вместо того, чтобы прийти к гармонии, определить, где же вообще счастье, и найти это счастье внутри. И потом уже из внутреннего счастливого состояния, когда тебе хорошо, ты можешь именно этим состоянием делиться, а не пытаться решить какие-то войны, какие-то жизненные ситуации через состояние, в котором тебе дискомфортно самому. Поэтому, если вам эта тема актуальна, если вы чувствуете, что вам сейчас откликнулось, то, возможно, я вам могу быть чем-то полезна в этом направлении, либо развивайтесь самостоятельно, смотрите видео Садхгуру. Если вам когда-то повезет побыть на живом его мероприятии, то тоже обязательно воспользуйтесь. Ну и, конечно же, в направлении гармоничного развития и духовной сферы, и финансового процветания мы развиваемся в сообществе BeHappy24. Поэтому, если хотите быть в окружении светлых людей, которым интересно развитие, причем гармонично, как в финансовой сфере, так и в духовной, you're welcome. Используйте контакты, которые есть под этим видео, и будем становиться счастливыми, ну и, конечно, успешными. На связи с вами была Ольга Барабанова, сегодня из города Киева, после класснейшего светлого духовного мероприятия Садхгуру в Киеве. Пока-пока!